Всем привет, дорогие друзья! Это снова минута английского в день. И мы продолжаем наращивать свой запас английских слов. Слово сегодняшнего урока short-sighted. Short-sighted. Значение слова short-sighted – близорукий, в прямом физическом смысле, человек, у которого плохое зрение. Или близорукий в образном значении – недальновидный. Например, I'm short-sighted too. Я также близорук, у меня также плохое зрение. It's amazing. A man with such innovative vision can be so short-sighted. Это удивительно. Человек с таким инновационным видением может быть таким недальновидным. In 1995, short-sighted retailers did not order enough dolls to meet demand. В 1995 году недальновидные ритейлеры или розничные продавцы не заказали достаточно кукол, чтобы удовлетворить спрос. А теперь послушаем, как произносят эти фразы носители английского языка. I'm short-sighted too. It's amazing. A man with such innovative vision can be so short-sighted. Back in 1995, short-sighted retailers did not order enough dolls to meet demand. Друзья, искренне благодарна вам за интерес к моему каналу. Пишите комментарии, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и до встречи в следующих видео.